favorite. У него хорошая ориентация на тебя. Молодец. А с ним вообще занимались? Чуть-чуть вроде занимались, хозяин, пока не уехал. Стоять. Да. Ты обещала пузико ему почухать. Хорошо. Сидеть. Да. Лежать. Да. Нет, ложись. Ложись. Ложись, ложись, ложись. Пузо будет чухать. Ложись. Ты меня запутал, как? Кто моя собака Чинабака? Меня есть не надо, я невкусный. По-моему, тут кто-то тащится. Поймаю! Поймаю! И зацелую! Ты меня свалишь! Что со мной сделал? Слезай, моя собака! А он выставочник или нет? Нет. Он не выставочник, да? Ну а рабочие качества у него какие? Ну, обалденные. Жрать все и всех. Жрать все и всех. Ну, кроме хозяина. Кроме меня, не знаю, может, хозяина жрал. Ну, тебя не жрет, уже хорошо. Меня не жрет. Харт, что ты со мной сделал? Это что ты со мной сделал? Пес. Сидеть. Харт, сядь. Харди, Харди, а ну, улыбочку. Давай попробуем змейку сделать. Оп. Нет. Да. Умница моя. Сюда. Да. Молодец. Делаем из тебя цирковую собаку. Оп. Ты же сказала, что он всех жрет. Оп. Ну, в цирке, на, вот он. Оп. Молодец. Оп. Да. Оп. Да. Умница. Оп. Доползай. Да. Умница моя. Вот так вот у Настюхи обычное обучение происходит. Она встречается с любой собачкой. У нее собачка все делает, а потом хозяин говорит, а как это у вас так получается? Стоять. Да. Хорошо. Не, я так не смог бы. Даже с обычной собакой, наверное. Это сколько он у тебя? Месяц уже, наверное. Месяц. И первую неделю мы, наверное, ему еду... Четыре дня. Четыре дня с расстояния давали, да, ему? Он что ж рычал. Швыряться не швырялся, но рычал. Да. Вот. Рядом. Пожалуй. Давай, Хартюха, рядом. Да, пошли рядом. Ну, ты с ним вообще не занималась ни разу. А, на группу ходили. На один. Сколько раз? Один. Один? Ясно. Да. Умница. Лежать. У меня уже ждать. Здесь пять. Нет. Лежать. Ждать. Ко мне. Молодец, мое солнышко. Ай, браво.
рядом. Красавчик. Умница. У меня уже 5 минут видео. Умница. Умница, ты моя чабока любимая.